Максим Фадеев в своем микроблоге Инстаграма выложил редкое фото с женой Натальей. Сегодня пара отметила 33-летие совместной жизни. Музыкант и бизнесмен не часто показывают подобные снимки, но в праздничную дату он все же решил поделиться семейным кадром. Сегодня у нас с Наташей 33 года совместной жизни, подписал фото Фадеев. К слову, в комментариях отметился адвокат Сергей Жорин. Да уж, клиент, по бракоразводным процессам из тебя никудышний, написал он. Добавим, что со своей женой Натальей Фадеев познакомился, когда работал над продвижением карьеры певицы Линды. Будущая супруга продюсера была гримером артиста. В 1997 году Наталья родила Максиму сыну Саву, первенец четы. Девочка, как рассказывал сам Фадеев, умерла по вине некомпетентных врачей. Из-за воспоминаний о пережитой трагедии продюсер даже отказался от гонорара, когда был наставником в шоу «Голос дети». Бизнесмен признался, что не может брать деньги за общение с маленьким исполнителем, так как относится к ним как к родным.